Всем привет! Сегодня я вам покажу свою подготовку для вышивки сорочки бисером у производителя Бабусина Скриня. Вот я купила схему и на дамо-тканном полотне нанесенное изображение схемы. Также в комплекте здесь идут номера ниток DMC. Я в интернете их перевела DMC на номер бисера прециозом. И вот тут такая вот цветная синзорная схема, которая полностью отвечает нанесенному рисунку на домотканное полотно. Вот оно так расчерчено. Это рукава. Все хорошо видно. Это. И вот тут такая еще. Нанесенное изображение отвечает этим номерам. Вот такой бисер я прикупила для того, чтобы выполнить эту работу. Бисера надо не много, так что есть пакетики, которые тут повторяются номера. Очень такие яркие, сочные оттенки. При этом есть матовые оттенки. Плохо видно, но это матовый, этот тоже матовый. Есть как жемчужные, так блестящие, с прокрашенной серединкой, прозрачные, матовые. Вот мое полотно. Его я раскроила у швеи, и она проверлочила мне края, для того, чтобы в процессе вышивки у меня не потрепалась ткань. Вот тут отдельно идут рукава, отдельно идут шеи, низ. Вот, и вот моя выкройка, остатки. Для того, чтобы... Ну, в общем, как обычная выкройка. Это остатки. Вот, начну я, пожалуй, с рукавов, с того, что поменьше. Я думаю, что с помощью цветной схемы мне будет очень легко разобраться. Работа вышивается шов монастырский. Я надеюсь, что работа будет идти быстро. С обратной стороны ничего нет, то есть только с одной стороны. Так вот тут приложим. Вот же мы. Вот так приложим и будем работать. Надеюсь, скоро похвастаюсь вам своей вышиванкой. Вот такая она должна получиться.